Раз, раз, раз. У меня должно быть вообще шикарно слышно. Микрофончик поправили. В принципе, шикарно слышно, но тихо. Тихо, но шикарно. Шикарно, но тихо. Сейчас я посмотрю уровень громкости на вебке. Свойства. Соточка нормально, должно быть слышно нормально. Игру чуть-чуть потише сделаю. Сейчас, в принципе, оценю. Но можно чуть-чуть потише. Так вот. Мне нравится слишком тихо. Вот так вот. Да, вот. Самое то, хотя вроде было как и было. Так, смотреть игру. Сейчас будем смотреть, как Макс шпилит и долбит по пробелу, как он это любит. Так. Твич, 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 твич. Что-то долго подключается. Еще время будет долгий. Надо найти приложение для Android телефона, чтобы полить свой стрим с телефона. Повафля. Так, что-то Макс там строчит. Тебе делать нех, нех. Блин, ну сейчас нагрузится игра, я почитаю. Коммент. Эти комменты, сообщения в стиме. Так, игра догрузилась. Я смотрю, тут уже жестокие атаки по миду идут. Котел. Ликантроп. Так, пиздец, тебе делать нехуй, да. Так, что мы видим? Так, в какой команде у нас Макс играет? Отключим автоматическую камеру. Тут Макса Вендра. А, ну да. Ой, жестко она, жестко, жестко. Нет, я еще, наверное, потише сделаю. Потому что там полный пиздец. Так вот, я думаю, нормально будет. Так, ну что тут, видимо, котёл отходит на high ground. Так, Sand King. Так, блин. Тут и, короче, все нагибают жестко. Силы света у нас. Так, кто-то еще зашел в доту. Так, Bounty Hunter тут в инвизе. Пытается кого-то выследить. У него не получается. Вот лучше бы автокамера показала бы, что у нас там на миде творится. На миде у нас тут за... на миду, на миде. Короче, засада. Так, котел тут задувает. Крипов парочку снес. Так. Морфлинг. Я его все время этот голем. Ой, не голем, а элементаль называю. Ну пофиг. За тьму у нас еще Дарксир. Сандкинг. Тини. Так, что там? Так, ваучары еще за свет. Так, Макс, что за снайпер, что ли? Так, ну тут попробует отбить. Так, Тини минусанули. Так, сейчас пытается догнать Дарксира, да? Быть Bounty Hunter. Так, Дарксир тут еще уходит. Пацаны, короче, валят. Вендра вообще красная. Сейчас должен быть камбэк. Камбек. Камбек пуш. Пропушить. Сейчас мид должно не сойти. Сейчас мида. Драксир у нас решил что-то на топе потворить.
Вот. По весу что-то хреном собачьим все. Что с доткой-то? А, вот, отвисло. Так, ну да, тут пуш, жестокий пуш. В принципе, 31-32 счет ровный. Так, посмотрим игровую статистику. Так, допустим, убийство. Ну, тут Bounty Hunter нагибает, я смотрю. Ну, не прям так нагибает, понагибал, понаассистил. Так, что там у нас с Максом-то за снайпера? Ну, норм. Ну, что-то наливал. Два лишних фрага. На третье место нормально. Так, посмотрим, что у нас там по крипам. По крипам. Ну, Макс молодец. Нафармил. Так, что-то в драку пропустили, драку. Тут свет у нас обратно нагибает. Но Санкин, где твой стан-то? Великий. Все просрал. Ульту просрал, все просрал, ничего не сделал. Еще сейчас сдохнет, по ходу дела. Да, у нас тут пак врывается, но нет, не добил. Маленько не добил. Так, ну может еще по закупам пробежаться, но что-то как-то в жопу эти закупы. Да как эту срань убрать теперь? Во. Так еще на ее можно посмотреть. Да ее помать. Ух ты, блин. Всю войну сейчас просрём. Ладно. А, во. Так, ну что, отбились, да? 3 в 3, походу, дела, я проследил тут. Баунти Хантер что-то, походу, дела, зарешал. Так, кто спас, он из котел. И Морфлинг, да? Да, все правильно. Так. Ну что, будет, будут от дефа играть, наверное, да? Ситуация сейчас какая? 4 в 2. Неблагоприятная ситуация. Ждем, пока кто-нибудь выкупится, возродится. Так, пошли ДПшечки на бот. Ой, на топ решили отбить, ребят, топ. Так, что тут у нас? А, на миду у нас пуш такой идет. Такой серьезный. Тут виндранер зачем-то простреливает куда-то. Так, кто у нас тут подходить будет? Котел сейчас задувнет. Так, ну зацепил, да, не, нормально задул-то. Можно было что-то сделать из этого. Так, снайпер у нас подтягиваться не хочет. Так, ну тут какая-то вообще. Вот, подтягиваются остальные игроки. Сейчас надо будет что-то делать. Опять жестокая битва. Так, в принципе, ситуация такая по вышкам-то. По вышкам все одинаково. Так, Дагон себе пак покупает. Вот. Так, опа, надо же. Опа, как все интересно. Морфлинг что-то пытается сделать, хотя все отходят, ждут. Котел сейчас задувнет, но как-то. Но попадет. Должен. Не, хорошенько так продул. Нормально. Пак. Так, пак ничего не особо такого не сделал. Так, Дарксил тут пытается что-то намутить. Ну, где же драка там? Где же драка? Так. Так. Ну, снайпер у нас дезолятор, пунктбустер, Москов Мэднес, мом. Так, ну интересно, что Вендранерк насобирал. Фейзы, Орхид. Сейчас с интриком ходит. Так, ну-ка, Сэндкинг, чё почём, Блиндагер, Арканы, Скипетр. Так, Тини, чё у нас тут? Тоже Арканы. Уже Кираску собрал. И Робу. Робу. Так, Дарксир. Дарксир уже с Вангуардом. Тоже Арканы. Не дохрена им Арканы-то что-то. В принципе, папочка опять хорошо котел задумал, но что-то ничего не решили сделать. Что-то тут Морфлинг пытался отпушить бот. Что-то там потворить. Но тут что-то долго драка намечается. Дарксир тут под такими эффектами вообще мог зарешать что-нибудь. Вот. Но все ждут. Но тут под вышечкой-то может что-нибудь такое намутить. Так, вышечка пролетела. И оп, драка пошла. Драк что-то особо ничего не сделал. Так, снайпер у нас тут пытается баунти хантер выцепить, котел задул. Так, снайпер, молодец, минус.
Так, ну тут Фаучара еще откинулся, Тини. Вот, Санкинга сейчас заберут. Молодцы, хорошо. Так, нет, ну Дарксир уйдет. Нет, за Дарксиром вообще нет смысла бежать. Я так думаю. Так, выкупаются у нас ребята. Серьезная игра намечается по ходу дела. Так. Не, ну тут опять медпуш, но я думаю, у нас силы света-то порешают более быстро. Более серьезно начнут, наверное, башенку приносить, нет? Так, Санкинг тут отпушивает топ. Так, тут у нас что? Ну да, пошли на башню все-таки. Серьезно. Так, вот бараки сейчас принесут, мне фортифай врубили. Это особо не поможет, Санкинг тут особо ничего не разрешает. Хотя тут к нему Дарксир на помощь идет. Но они вдвоем тут особо ничего не сделают. Так. Так, стеночка. Отлично. Ну, оттолкнули, оттолкнули, да. Дарксир тут все-таки помог. Вот. Разбежались. Сейчас котел дунет. Попадет. Нет, наверное, нет. Смотри, немножечко дорослил, так нормальничко. Нормальничко. Так, у нас тут все разбегаются, не особо ждут к атаке, Виндра стрельнул. Так, ну тут кто-то сейчас кончится, наверное, да? Да. Так, Дарксир еще. Оп-оп-оп-оп. Ах! Вот прям на интересном месте зависло. Как я проследил полет пули, вообще красиво. Так. Виндранка тут. Тут с копией которого что-то хотелось сделать интересное, да, весело. Не, ну все-таки отогнали ребят, хотя 3 в 2 могли бы что-нибудь серьезное. Хотя красные, рядовые, могли бы что-нибудь серьезное придумать. Но решают отойти. Так. Ну да. Котел тут особо бы ничего не зарешал. Так, Баунти Хантер тут решил побить големов. Так, Санкинг отпушивает бот. Ну, в принципе, что тут отпушивает, хотя если что-то будут собирать, то есть... Так, Пакся второй догон, что ли, бегает? Я что-то не понял. Какой-то дерзкий Пак. БКП у нас бьет в аучара. Так, где у нас Пак-то? А, или он его не донес. Да я вообще так это рак в доте, так что мои комментарии вообще так неинтересны. Ну как неинтересны, я хотя бы показываю веселый хороший момент. Тут у нас засада в виде Санкинга была бы. Сбирают Рошана. Так, кто возьмет? Да ну, Виндра взяла, Егис. Что-то я не понял вот этого маленько. Ну ладно. Диарак, мне не понять. Так, Баунти Хантер тут на топе. Гнать по кого-то думают, нет. Нет, никого не гонит. Виндра идет на пересечение. Сейчас Леву как фейканет, ох, если он будет. Если Лева сам не фейканется. Не, он думает настоящий. Да, вот это весело. Так, тут у нас драка намечается. Так, элементальчик, морфлинг, давай. Котел, задумчик. Не очень такая серьезная. Так, ну тут драка. Будет что? Что-то мувы какие-то есть, но драки нет. Ну вот что-то тьма собирается у нас. Под БКБ залетает. О, чара. Так. И... Котел задул вообще, просто котел молодец. Так, ну Виндра ему тут в пукан немножечко долбануло. Так, Санкингу что-то хреново здесь. Пак что-то хочет намутить. Не, ну отгоняет. Сядь, погнали. Так, забрали и волчару, и этого, элементаля. Так. Тут Баунти Хантер еще успел откинуться. Но-но-но-но-но-но-но.
Оп, еще и снайпера забрали вообще. Очень хорошо откомбычили. Так, ну еще и пака. Так. Ну, санкинг бы могли хотя бы забрать. Чего ж там? Ну, это хрен с ним. Санкингом. Но хотя он фуловый, да тут же какая 48-я минута. Все фуловые. Так, Санкинг решил не хилиться. Говорит, маны нормально. И так затащим. Нет, ну тут хилочка, хилочка. Опа, котел задул. Ах, вообще, котел красавчик радует меня. Играй котла. Хочет, хочет, хочет все-таки Санкинга, походу, дело забрать. Посмотрим на этот мувчик. И да. Молодец. Котел молодец. Но за ним Виндранер выехал. Котел не подозревает то, что у него Егис. Нет. Нет, я решил отойти, потому что твой ребят еще Дарксир. Тиня отходит. Так, Морфлинг, да? Как тебя там? Да, Морфлинг. Уже возродился, вообще возродился. Егис пропадает. Что-то я не понял вот этого мова. Как он пропадает через 3 минуты. Так, Дарксир аганим. Себе взял. Так, ну будут ли какие-то мувы? Что-то все отпушивают. Пак по лесу пошел. Так, Виндранер Ксе взяла эту хер. Ну, вы сами знаете, видели. Так, какие-то лесные бродилки пошли. Так, у нас тут хоста лежит на топовской половине. Сбегает ее Bounty Hunter, нет, всем насрать на руны. Сейчас что-нибудь интересное будет, котел тут в лесу уже готов задувать. Ой-ой-ой-ой. Прекрасно. Оп-оп. Так, ну крипов что-то так задел, пак тут что-то сделал, но что-то серьезного особо нет, но драка намечается. Так, тут очень, нет, решают не проходить. Крипы еще, Bounty Hunter тут троит. Так, снайпер гем у нас взял. Так. Отошли. Так, тут у нас кому? Да, гем прилетел снайперу. Так, снайпер тоже решает лесочек немножечко подкопить. Так, снайпер у нас уже кристаллис собрал. Так, все нормально. Так. Кто у нас там покемон? Молодец, я забыл, Bounty Hunter. Так, он здесь у нас где-то. Где Bounty Hunter? Bounty Hunter леса у нас что-то ищет. Ну, Bounty Hunter Battle Fury. Диффуза. Фейзы. Владимир. Дизолятор. Нормально так Bounty Hunter, походу, его под этим всем раздает. Дарксир решает отпушить линию. Но тут драка. Драка. Драка 5 в 4. Сейчас. О, котел что-то сотворил. Так, влетает Морфлинг. Минусанул Виндранерку. Но Виндранерка сейчас вернется. Так, очень жесткие лаги. Сейчас вот эпический момент тут. Как вообще красиво пролагало. Все рассыпались там. Так. Никакая ситуация у нас тут. 3 в 1, нормальный размен. Ну, весь сок видели. Тут Морфлик еще хочет второй раз забрать Виндранерку. Оп, молодец. 1 в 4, 1 в 5. Вообще шикарно, но это... Это да, это нормально. Силы света у нас могут сражаться. Так, посмотрим у нас. Так, уровень бессмысленно смотреть, текущее золото. Так, Морфлинг у нас тут что-то копит. Так, посмотрим, что же он там копит. Интересно, вот такого. У него и так линкин сферы есть. Манта. Доминатор этот, кристаллис, все нормально. Так. Ну и Bounty Hunter нормально, а тут драка прошла, да?
Виндран опять забрали. Ну все, это Final Push, походу, делаем. Такой финальный. Тут уже по очереди ничего не сделать. Так, грамотно тут Морфлинг летает. Нормальненько так. Да. Так, ну все уже. ГГ пишет Баунти Хантер, Морфлинг. Так, тут у нас что-то пытается пак, лауки, пак, боялись всю игру. Говорит, пак. Ну тут финальная битва такая. Ну и все, силы света у нас победили.